птичка прилетела и поет красиво специально. Бэк, на бэк поставим. Всем привет. Я, пожалуй, закурю, потому что эта беседа будет долгой. Сегодня поговорим про такой важный момент, о котором ходит множество слухов. Никто не знает, как это будет действовать. Блогеры говорят одно, профессионалы другое. И постараемся сегодня во всех аспектах разобраться. А речь сегодня пойдет про такую программу, которая вводится с 1 июля. Это ипотека на первое мешкание. Или по-другому она известна, кредит по 2%. Это действующий инструмент или это предвыборная какая-то колбаса, обещание, как в Беларуси 500+, все знают. Будут ли выдавать его иностранцам? Вообще, что ожидать от этой программы? Сегодня я вам об этом расскажу. Нет, не поздно приехать в Познань. Нет, не поздно выехать наконец за межу. Нет, не поздно приехать в Познань и сказать своим: я тут живу. Наверное, все видели новости, что в начале месяца президент подписал вот эту программу о накоплении средств на первое мешкание, на первое мешкание. И в рамках этой программы вводится кредит по 2%, так называемый, на покупку первой квартиры в Польше. То есть это программа для тех, у кого не было никогда жилья здесь, и теперь они могут получить его, купить под эту ипотеку, которую будет субсидировать государство. Как это будет работать, я вам сейчас объясню. В целом, я здесь набросал сценарий, но думаю, что я не буду его придерживаться. Просто я хочу рассказать вам, что известно на данный момент, что уже железобетонное не поменяется, что еще неизвестно, но вокруг чего ходит много спекуляций. И постараемся немного с вами проанализировать ситуацию, к чему это все может привести. Потому что очень часто сейчас, в последнее время, к нам в агентство обращаются по поводу этого кредита, как получить, как можно купить квартиру. Насмотрятся люди всяких блогеров, которые это рассказывают, что давайте бегом иностранцы в банк за получением этого кредита, и люди верят. А если вы смотрите такого блогера, который вам советует бежать уже занимать очередь в банке, то знайте, что у него познания в недвижимости точно такие же, как у меня в кёрлинге. Ну, то есть нулевые. Вообще, эта программа «Первое мешкание» состоит из двух решений. Это первое, тот самый нашумевший кредит, беспечный по 2%. Второе – это специальный накопительный счет на первое мешкание. Как мне кажется, второе решение выглядит более интересным, хотя о нем мало говорят. Все хотят получить квартиру сразу. Начну с самого главного. Сейчас об этом кредите в 2% известно очень мало. Самое главное – неизвестно, будут ли выдавать этот кредит иностранцам. Некоторые кредитовые дарации говорят, что, скорее всего, будут. Риэлторы же настроены скептически и думают, что не будут, потому что понятно, что у иностранцев нету в Польше и не было никогда своей недвижимости, и поэтому это будут главные прецеденты на получение этого кредита, что в свою очередь вызовет огромнейший спрос, что в свою очередь очень сильно обрушит цены на рынке. Ну как, не обрушит вниз, а обрушит вверх. Цены могут вырасти почти в два раза из-за возросшего спроса. Это хорошо будет, конечно, застройщикам, потому что они переживали не лучшие времена с ковида. Строительная отрасль в Польше очень сильно притормозилась. Это будет возможность ее возродить. Но в то же время это вызовет социальное недовольство среди поляков, которые там собирались купить квартиру, даже, может, без ипотеки, копили деньги, а тут приехали иностранцы и обрушили рынок. А перед выборами, вы понимаете, это никто не захочет допускать. Сразу еще одно уточнение, что этой осенью в Польше должны пройти парламентские выборы. И кредит вводят, по мнению многих, перед выборами, что является такой предвыборной конфеткой. Как вот Эрдоган в Турции раздавал в прямом смысле конфеты на улицах, так вот здесь людям обещают квартиры, чтобы как-то задобрить людей к действующей партии. Возможно, это просто совпадение. Да. Давайте рассматривать абстрактно. Что известно, для кого этот кредит? Кредит будет выдаваться людям до 45 лет. Если это какая-то семейная пара, то хотя бы один член семьи должен быть до 45 лет. Этот кредит будет выдаваться на первую квартиру.
То есть у людей не должно быть собственности сейчас и не должно быть в прошлом в собственности квартиры в Польше. То есть не получится свою квартиру продать, получить этот кредит, вам его не дадут. Если вы когда-то владели недвижимостью в Польше, какой-то долей хотя бы, не знаю, единичной кооперативе, вам уже этот кредит не светит. Как будет работать этот кредит? Вообще, это программа банка господарчего, и еще ни один из коммерческих банков, ну или государственных, не подписал соглашение с этим банком на работу с этим кредитом. И получается, в течение 10 лет ставка по кредиту должна быть фиксированной в 2%. Разницу между средней ставкой по похожим программам в банке, не знаю, возьмем ПКО банк, у них там ипотека начинается там от 7,5%, по-моему, процентов до 8-9,5%. Вот, они берут среднюю ставку, пускай это будет 8%, и вот этот, вот эту разницу компенсирует государство, то есть субсидирует. Потребитель платит только 2%, а все остальное субсидирует государство. Но на самом деле эти 2% не 2%, потому что также потребитель должен оплачивать маржу банка, потому что ну, банк считает деньги, и работать в убыток он не хочет и не может. Вот, маржа составляла еще весной 2%, то есть суммарный процент был 4%. Сейчас, чем ближе эта программа к старту, банки поднимают маржу, и уже общий кредит составляет 5%. Максимальную сумму, которую можно получить на покупку квартиры, составляет 500 тысяч злотых. В случае пары там, или семьи, хотя бы с одним ребенком, сумма увеличится до 600 тысяч злотых. Первоначальный взнос не должен превышать 200 тысяч злотых, что на бумаге выглядит красиво. Никаких ограничений на выбор недвижимости не существует. Ни на цену квадратного метра, ни будет это вторичка, либо первичка. Выбирай, что хочешь, договаривайся и приходи в банк за получением кредита. Если нет первоначального взноса, то по бумагам допускается возможность использования программы «Квартира без собственного вклада». Она стартовала уже давно. Честно, не знаю, кому ее одобрили. У меня среди знакомых таких лиц нет. Эти кредиты будут предоставляться теми банками, которые подпишут соглашение с БГК, это банк господарства краевого, но тоже еще нет никаких новостей, чтобы кто-то из банков подписал соглашение. Где-то СМИ писали, что три банка уже якобы согласились, но названия их еще нет. И насколько сейчас мне известно, еще ни один банк не оформил это соглашение. Программа должна стартовать 1 июля. Пока банки подпишут соглашение, пока они предъявят, не знаю, какие-то свои требования к получателю, пока они эту программу настроят, даже пройдет довольно-таки времени. Поэтому с 1 июля не стоит бежать в банки, явно вам банки ничего давать еще не будут. Причем эта ипотека не будет каким-то отдельным решением. Банк ПКО предоставляет ипотеку под 9% на 25 лет. Вы можете в рамках этой ипотеки воспользоваться вот этим кредитом на первое мешкание, и тогда первые 10 лет государство будет вам компенсировать разницу вот от 2% плюс маржа до 9%. То есть 9 минус 5%, 4% вам будет компенсировать государство, если вы будете выполнять требования. А требования довольно-таки жестокие. И вот какие минусы, которые уже точно известны, когда вас могут лишить субсидию и вы должны будете выплатить вот эту кару, все деньги, которые компенсировались государством обратно. Как я уже говорил, если у вас была квартира, либо есть, вам просто не дадут кредит, но если вы получили кредит на первое мешкание и вот за эти первые 10 лет вам кто-то подарил квартиру, оформили, не знаю, вы купили еще одну квартиру, то этот кредит перестает работать, и вы должны будете вернуть государству все потраченные на вас деньги. В программе есть обязательство проживать в квартире, заселиться в первые 24 месяца после ее покупки. Но я думаю, что проверять начнут после первого года. То есть, если вы купили квартиру по этому кредиту и через год ее не используете, не знаю, не успели сделать ремонт, или что типа того, то субсидии вас могут лишить. И опять же, кара, верните все обратно. Если в течение этих первых 10 лет вы решаете продать эту квартиру, лишайтесь субсидий. Если вы сдаете ее в аренду, лишайтесь субсидий и возвращаете деньги.
Субсидии также можно лишиться, если вы пытаетесь переплатить кредит, то есть досрочно его погасить. Там даже на зло-то, если вы переплачиваете, вас могут лишить субсидий. Вы не имеете права досрочно погашать этот кредит. Ну и, как я уже говорил, если вам кто-то дарит квартиру, то, опять же, вы лишаетесь субсидий и обязуетесь вернуть деньги обратно государству. Главный вопрос, смогут ли этой программой воспользоваться иностранцы. Нет пока ни единого слова, могут ли иностранцы воспользоваться, либо им это запрещается. Некоторые СМИ проанализировали похожие программы других банков, ну то есть ипотеки, которые сейчас есть в других банках, которые потенциально могут подписать соглашение с БГК. И если иностранцам разрешат участвовать в этой программе, то с них потребуется карта сталого побыта, карта резидента, либо карта поляка. Вот. Ну, обязательно там ПЭСЛ, доказать свою кредитоспособность, кредитную историю. Говорят, что некоторые банки могут выдавать эту ипотеку с временным видом на жительство, с картой часового побыта. Но это может быть там один банк из всех, и то не факт, потому что нет информации, пока вообще будут ли работать банки с иностранцами. Поэтому, если вы слышите где-то или читаете, что этот кредит доступен иностранцам, хрен там, еще пока нет такой информации. Как я уже упоминал, второе решение в этой программе «Перше мешкания» — это специальный счет. Мне кажется, он звучит более привлекательно, но квартиру вы сразу не получите. Как он будет работать? Вы открываете в банке специальный счет на «Перше мешкания». Договоритесь с банком по ежемесячным вкладам на этот счет от 500 злотых до 2000. Если вы в течение 10 лет гарантированно вносите эту сумму, на которую договорились, то каждый год государство возвращает вам бонусы, равные уровню ежегодной инфляции, либо уровню роста недвижимости, ну, что будет выше, либо цены на недвижимость вырастут на 30%, либо инфляция будет 20%. И вот этот бонус государство добавляет каждый год на ваш счет, если вы гарантированно выплачиваете ту сумму, за которую договорились. Все деньги, которые накопятся за 10 лет, плюс бонус от государства, вы имеете право потратить на первое мешкание. Вот, то есть вы не получите квартиру сразу, но компенсация от государства будет выше, чем в программе кредит 2%. Также проценты от этого вклада освобождаются от налога белки, то есть вас там не будут побирать еще сверху. Все это будет очень хорошо накапливаться, и мне кажется, сейчас зонтик упадет. Это такой реальный шанс, если вам не горит, купить первую квартиру. Итак, мы разобрали, что на данный момент известно, а что неизвестно по этому кредиту. Сейчас давайте немного попробуем проанализировать ситуацию и как она будет развиваться. Я лично считаю эту программу предвыборными обещаниями, предвыборной колбасой, которая... Не знаю, будет ли работать. Возможно, к этому будут стремиться, но пока очень много подозрений. Таких, как я, критиков существует немало на рынке недвижимости. Но есть кто настроен оптимистично. Пока еще непонятно, с какой целью вводят этот кредит. Если это, как я говорил, предвыборная колбаса, то, скорее всего, иностранцы этот кредит получить не смогут. Потому что кто голосует на выборах? Только граждане страны. Вот, и если этот кредит нацелен на то, чтобы задобрить граждан Польши, поддержать действующую партию, то, естественно, они будут целевкой для этого кредита. То есть поляки, которые не имеют первого мешкания, они будут довольны, что смогут купить себе квартиру. Зачем тогда выдавать иностранцам, которые не смогут голосовать, никак поддержать? Причем количество кредитов в год будет ограничено. И это может перед выборами сыграть, наоборот, не на руку правящей партии, если они начнут выдавать кредиты иностранцам. Поляки будут обозлены, что иностранцы забрали все вот эти выделенные ипотеки по 2%, а они не смогли
ничего взять, не смогли себе купить квартиру. И социальное напряжение может возрастать. А это, конечно же, государству не нужно. Если кредит вводится с целью поддержать строительную отрасль, которая, как я уже говорил, чувствовала себя не очень хорошо последние пару лет, то, естественно, имеет смысл этот кредит выдавать и иностранцам, потому что они создадут очень высокий спрос, за счет чего застройщики, ну, либо там продавцы недвижимости смогут пополнить свои кошельки и возродить вот этот застройку городов, деревень и прочее, строить новые дома. Если касается первички, то из-за возросшего спроса, конечно же, вырастут цены. Даже это касается не первички, а и вторички, потому что так работает рынок. Чем выше спрос, тем вот есть несколько вариантов его регулировать. Самый простой – повышение цены. То есть я думаю, что если иностранцам допустят Если иностранцам допустят к этому кредиту, то будет что-то наподобие, как с рынком аренды год назад, когда владельцы устраивали какие-то аукционы, повышали цены, требовали что-то от арендаторов. То же самое со вторичкой будет и сейчас. Владельцы начнут повышать цены на недвижимость, они будут требовать какие-то первоначальные взносы большие, чтобы сразу эти деньги упали там в карман, либо как-то еще регулировать вот этот спрос. Но первоначальный взнос ограничен БГК, это, как я уже говорил, 200 тысяч, и поэтому здесь будет такой диссонанс немного. То же самое касается и застройщиков. Застройщику выгодно получить деревянными рублями сразу же первоначальный взнос. Выгодно получить первоначальный взнос от покупателя, чтобы приступить к строительству следующего дома и побыстрее это все продать. Так они работают. И поэтому они, возможно, будут повышать первоначальный взнос, а возможно, будут повышать стоимость недвижимости. Какие документы нужны для получения этого кредита? Какая должна быть средняя зарплата у того, кто хочет получить этот кредит, пока еще неизвестно. Это все будут устанавливать банки, которые подпишут соглашение с БГК. И думаю, что у разных банков условия будут отличаться. Подождем. Я думаю, что банки выкатят свои условия не быстро, не 1 июля, как это обещают по бумагам. Это произойдет ближе к осени, либо к Новому году. Риэлторы Познани, с которыми мы разговаривали, а мы общаемся с риэлторами Познани, я имею в виду с местного рынка, поляками. Наше агентство относительно новое, 2 года – это небольшой срок, чтобы изучить все нюансы польского рынка, и поэтому мы учимся, мы дружим с агентствами недвижимости, которые существуют уже лет по 20. Они с удовольствием нас обучают, им это интересно. Мы вместе там совершаем какие-то сделки, они нам помогают, ну и мы общаемся, собственно. И вот сообщество риэлторов Познани настроено скептически. Они думают, что выдавать этот кредит иностранцам не будут, чтобы сильно не надеялись. Вот в то же время сообщество дарацев кредитовых, они наоборот уверены в том, что эти кредиты иностранцам выдавать будут. Ну, то есть, сколько людей, сколько направлений там деятельности, столько и мнений. Пока вот этот кредит покрыт множеством неизвестных, а как известно, где неизвестно, как все знают, что чем меньше фактов, тем больше сплетен. И поэтому, если гортать каких-нибудь блогеров на YouTube, то кто-то говорит одно, кто-то второе, кто-то созывает всех получать там кредиты всем иностранцам. Кто-то уже обещает даже получить за вас этот кредит. Хотя эта программа еще не заработала и вообще непонятно, как она будет работать. Поэтому не доверяйте сразу кому-то из блогеров. Поищите лучше риэлторов. Действительно, агентство недвижимости, где есть дараться кредитовый. Чуть вспомнил. Обращайтесь в агентство недвижимости, где есть кредитовый дараться, которого вам все подробно расскажет про эту программу. Не идите к блогерам, которые не имеют даже... Зонтик, как ты мне дорог. Не идите к блогерам, которые даже не имеют каких-нибудь лицензий риэлторов. Я не призываю идти к нам.
потому что у нас скрипит зонтик. Но если вы желаете, ссылка будет в описании. Подведем итог заключения по этому кредиту. Если он заработает так, как прописано на бумаге, то это будет очень хорошее, прикольное решение для покупки первой квартиры. 2% это только название, на самом деле процент будет выше. Я уже говорил, что сейчас с маржой он составляет около 5%, когда обычные программы 7,5% и выше. То есть, даже если вы не получите этот кредит в 2%, стоит присмотреться к ипотечным программам банков. Ну, 2,5% выше, ниже, зато гарантировано получение. И с этой квартирой можно делать что угодно. Не трястись, что вы не успеваете в нее заселиться, или там, не знаю, кто-то вам подарит квартиру, или вы хотите сдавать в аренду. Ну, если вы покупаете с целью инвестиций, чтобы сдавать потом эту недвижимость в аренду, то сразу этот кредит можете не рассматривать, он вам не подойдет, вы лишитесь субсидий и заплатите сверху очень большой штраф. Карл, как только будут какие-то подробности по этому кредиту, я обязательно запишу видео и сообщу вам, особенно подробности по иностранцам. Как только станет ясно, смогут ли иностранцы получать этот кредит и какие документы с них требуются, я обязательно запишу новое видео. Я надеюсь, было интересно, я немного принес вам полезной информации. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные обновления по этой программе. Можете нажать даже колокольчик, написать комментарий, что вы думаете по этому кредиту. Это какая-то предвыборное обещание, предвыборная колбаса, либо это действительно какой-то новый продукт, который будет работать. Надолго не прощаемся. Пока-пока.